Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня я представляю фирменную ручку Lamy Safari. Приходит она вот в такой вот коробочке. Коробочка сделана из картона. Здесь есть различные надписи. Ну, собственно, выполнена она очень оригинальным способом. Здесь есть прорези, где вы можете видеть ручку в этих прорезях, то есть цвет, чтобы вы знали, что вам пришло весь цвет. Здесь надпись, собственно, сделана в Германии. Опять же, наклеена табличка, что это ручка перьевая, кто импортер, где производитель. Гарантийный срок 2 года. Вот. И тут, собственно, надпись Lamy. С этой стороны на коробочке, написано, что откуда это. Вот Facebook есть, Instagram, есть ВКонтакте, есть основной сайт, это lamy.com.ru. Что внутри? Внутри лежит у нас ручка Lamy Safari синего цвета. Вот так она закреплена на картоночке. Собственно, вот она, эта ручка. Значит, купил я ее тут у нас в фирменном магазине. Магазин называется Bypen. Это не реклама. Это просто вам говорю, где можно купить ее в Москве. Сайт будет указан под видео. И если у кого желание будет, покупайте. Ручка хорошего качества. Стоила она мне 2110 рублей. Собственно, вот такая ручка, и так она стоит. А есть у меня задумка, и это вот опять же спасибо моему подписчику, сравнить ручки. Вот, собственно, фирменная ручка. И та ручка, вот я заказал в Китае ручку именно Lamy. Есть еще ручки, очень похожие на нее. Сейчас вам покажу, но не буду ничего говорить. Это ручка Hero. Ну, есть, найдите пару отличий. Еще есть ручка Jinhao. Вот это отличается уже от этих, от ручки Lamy Safari. Но, тем не менее, смотрите. И еще придет китайская ручка именно Lamy, которую мы можем сравнить уже непосредственно с фирменной этой ручкой. Ну, пока мы эти ручки отложим, сейчас мы будем говорить о ручке Lamy. Корпус сделан из суперпрочного ABS пластика, как пишут на всех сайтах, на сайтах производителей. Ее основным таким преимуществом то, что она разрабатывалась как недорогая школьная ручка, что можно контролировать чернила вот в этом окошечке, что очень удобная клипса у нее, это стальная пружина. И что очень удобно ее держать. Она не тяжелая, длина ее 140 мм, диаметр, если брать толстую часть, 12 мм, а в узких части она 10 мм. Ну, что из себя представляет? Это пластик полностью. Здесь такой на кончике крышки колпачка крест. На пере надпись EF Lamy. Перо стальное, закругленное, обработанное. И очень легко, кстати, снимать. Оно крепится прямо здесь на фидере. Фидер совершенно простенький, без всяких нарезок. Обычные. Но это вот тоже отличительная черта, собственно, Lamy. Секция сама, видите, выполнена с такими двумя вырезами. Это очень удобно ее держать. То есть вот указательный и большой палец, они как раз ложатся в эту, вот в эти вырезы. Сам, собственно, тело ручки. Здесь написано, опять же, Lamy, выдавлено, скажем так. Ручка идет с таким вот колечком. Здесь резиновое такое, ну не резиновое, а такой пластик более мягкий для уплотнения. Ее можно использовать как с картриджем, так и с коллектором, который тоже есть фирменный. Не знаю, куплю я его или нет. Но, тем не менее, здесь подходят также картриджи и для паркера. Для чего вот это колечко служит? Для того, чтобы
когда оно вставлено в ручку перед продажами, чтобы кто-то до конца не закрутил и не пробил картридж, и она не потекла, эта ручка. Ну, как говорят, она не течет. Это пластик. Колечко картонное. Ну что, попробуем? Попробуем заправить ее. Все, тут очень важно приложить силу для того, чтобы основание картриджа пробилось, для того, чтобы чернила поступали из картриджа. Ну вот, мы этого добились. Теперь, собственно, наверное, можем уже писать. Да, удивление, писать мы уже можем. Вот они, чернила уже поступают. Удивительное состояние, да? Ну, немного перед тем, как традиционно напишем некий текст, расскажу, что сам дизайн этой ручки появился в 1980 году. Так, компания выпускала ручки довольно давно, и модель ручки в 1966 году, модель ручки 2000 Lamy произвела фурор вообще на любителей чипиревых ручек и вообще на, скажем так, на мировую общественность, поскольку была дешевой, интересного дизайна. И с 1988 года более 5 десятков дизайнерских премий получила, собственно, компания-производитель Lamy в Японии, в Китае, США и Германии. А в 2013 году компания завоевала престижную премию «Бренд века» в категории перьевые ручки. Дизайнер этой ручки Бернд Шпигель или Спайгель. В общем, всем очень нравится. Все отзывы, которые я читал до этого на ручку Lamy, прекрасные. Вес этой ручки, вот уже в заправленном состоянии, 17 грамм.
Так, давайте посмотрим линии, как ее напишет линия, да? Так. Это самый толстый, наверное, получается, да? Тонкие. Так, впечатление о ручке. Пишет она тонко, перо, скажем так, для меня средней мягкости, и хотя написано на ней F, я думал, будет перо гораздо тоньше. По мягкости перо оно приблизительно такое же, приблизительно опять говорю, такое же, как и ручки МБ, если вы помните, такие обзоры у меня были. Вот у них приблизительно по мягкости, вот именно вот на отдачу пера, вот что-то похожее. Пишет довольно ровно, то есть чернила берет ровно, таких особых нету клякс. Немного. Чем страдают ручки Джинхао, у них такое достаточно, чернила очень много берется на, для надписи. Толщины линии, вот я вам показал, вот максимальная толщина, вот минимальная толщина линии. А в руке удобно, рука не устает. Но вот все-таки мне не хватает тяжести, например, для меня. Но это вот чисто мое мнение. А так ручка очень хорошая, очень качественно выполнена. Сами резьбы, клипса очень интересная такая. Здесь написано «Германия» на вот этом колпачке. Ручка мне понравилась. Интересно будет ее сравнить с ручками-копиями, которые мы имеем в Китае, как само Лами, которое китайское, так и вот Хиро и Джинхао. А на этом все, наверное. Какие-то вопросы задавайте. Спасибо за комментарии, которые пишете. Спасибо за советы. До свидания. До новых встреч.